Ирвит, она уже без бакс. Внизу площади Европы. Так, вы сможете? По фамилии Ашель Мюрал. Он был французом, привозил с Франции некоторые сорта винограда и размножил у себя. Но так однажды, в общем, от него сбежали крестьяне, они прихватили с собой черенки винограда, и чтобы не выдать себя, что это за виноград, они сказали, что у этого винограда нет имени, и они высадили у себя этот виноград. Но и потом оказалось, что этот виноград очень отличался от того родного, потому что прижился там, в этом регионе, очень хорошо, и он отличался от родного. Если даже они сказали бы крестьяне, что это тот же самый виноград, не поверили. Этот виноград сейчас стараются пересаживать в другие регионы, все растет, прирастает, урожай дает, но не такой, как в том регионе. Этот регион именно для этого вина вот именно подходит. Это какой-то продавал на рынке, не смог продать, пошел ночевать какой-то к своим родственникам. В этой же семье оказался Михаил Калинин, который был наркомом по образованию, тогда и присутствовал в этом районе на открытии 8-летней школы. Вот Калинин выпил это вино, понравилось ему, и забрал для Сталина. Потом Сталин заказывал в этой семье вино, чтобы им готовили. А так как оно нравилось всем, потом дело дошло до того, что НКВД выставляло охранников эти виноградники, и крестьянам со своего виноградника не давали вообще ни кисточки. Они сделали вина, все это учитывается, и, конечно... Вы не хотите попробовать вино из Кэври? А мы так... Мы туда попали или нет? А кто вам рассказал? А, у нас компания, ребята, мы познакомились. Посетители. Да, вот это вот вино, это традиционная грузинская посуда, называется Кэври. Применяется для приготовления, хранения вина. Как археологи утверждают, где-то 8000 лет, как такая подобная посуда используется. Еще уже. Свежее не может быть. Свежее это не вино, это Маджари. То же самое, что там, ну, допустим, цыпленка, который 3 дня родился, и это вылупился, его это зарезать и жарить. Не хотите попробовать? Хотим. 4.